готовы с гордостью слить этот адрес, и сейчас его сливаем. Все имеется, все всем платится. Сука, все пруфы сейчас будут оглашены, представлены. Топ-5 видеоблогеров, чьи адреса запалили фанаты в Ютубе. Популярность, как и медаль, имеет две стороны. С одной стороны, это возможность быть на виду, узнаваемость со стороны окружающих. Известные люди рассказывают, как иногда им прощают незначительные дорожные нарушения инспектора ДПС, потому что признали в них любимцев публики. Ну а с другой стороны, ограничение свободы личной жизни. Многие фанаты их преследуют и вычисляют адреса. Об этом сейчас и поговорим. Мамикс. Максим Монахов более известен под псевдонимом Мамикс, родился в городе Рубцовск, Алтайский край. Парень стал популярным в жанре DIY, что в переводе на русский «сделай это сам». Чего он только не перепробовал в своих роликах. Поджигал 100 тысяч спичек, 300 бенгальских огней под водой, делал самодельную жвачку, громадный чупа-чупс, засовывал арбуз в микроволновку и многое другое. И, конечно, фанатам этого популярного ютубера захотелось узнать его адрес. Одним из первых нашел его автор канала «Не может быть». Он тщательно искал адрес Мамикса с подробными доказательствами, и ему даже повезло с ним встретиться. Через несколько дней последовала реакция на этот ролик. Видеоблогер Андрей Нефедов на своем канале выложил видео с критикой слива адреса Мамикса, а еще через пару дней на ролик поступила жалоба о конфиденциальности. Но это был не Мамикс. Тогда кто? Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Ссылка на видео «В поисках Мамикса» есть в описании. Иван Гай. Настоящее имя Иван Рудской, популярный украинский видеоблогер, лидирующий по количеству подписчиков на Украине, в России и в СНГ. Карьера Иван Гая как видеоблогера началась с видео к популярной в сети игре «Другой взгляд на Майнкрафт». Подписчики отмечают высокое качество роликов о прохождении игр, простое и доступное объяснение, часто подкрепленное юмором. Иван Рудской родился в селе Анновка под Днепропетровском, а затем переехал в Москву. Именно там фанаты и вычислили его адрес, а всему виной фотографии в Инстаграм, где было отмечено место, откуда производилась съемка. А также на этих фотографиях были особые приметы за окном. Но двум ребятам оказалось этого мало, и они решили отправиться в Москву и найти дом Ивана Рудского. В настоящее время популярный видеоблогер живет в Лос-Анджелесе, но и там наверняка его вычислят и найдут. Фирамир. Фирамир – молодой российский видеоблогер, рассказывающий своей аудитории об одной из самых своих любимых игр «Майнкрафт», а также о некоторых других играх. По-настоящему этого парня зовут Владислав Копцев. До недавнего времени он жил с родителями в Новосибирске. В мае 2016 года с именем Фирамира был связан шумный скандал, основанный на конфликте с его коллегой Азлагором, окончившийся показательным боксерским поединком и взаимным примирением. По многим источникам, Фирамир сейчас находится в Украине, в городе Днепропетровск. Именно здесь и вычислили его адрес. Его девушка загрузила в Инстаграм фотографии и видео из их дома. По ним можно было легко определить местонахождение Фирамира. Виден цирк в окне. А вот и этот цирк. Вот эта башня, откуда происходили съемки. Брайан Мэпс. Настоящее имя Максим Тарасенко. Российский видеоблогер на YouTube, выкладывающий различные смешные видео. Он начинал, как и многие, с компьютерной игры Minecraft. Затем начал выкладывать влоги, неудачные дубли и многое другое. Некоторые источники утверждают, что родным городом Максима является Кинель, Самарская область. А потом он вместе с родителями переехал в Санкт-Петербург. И фанаты решили найти его точный адрес. Исходя из его роликов, дом вычислить было несложно. Легкий старт.
Создатели этого канала высказывают свою точку зрения об известных видеоблогерах. Хотя у них видео набирает большее количество дизлайков, чем лайков, «Легкий старт» пользуется популярностью и имеет своих фанатов, которые, конечно, хотели бы узнать адрес проживания создателей канала «Легкий старт». В одном из своих роликов, посвященном их конфликту с Маниксом, они спокойно показывают место их проживания. В объектив камеры попадает узнаваемая местность, по которой можно вычислить их адрес. Мы не будем рассказывать об этом городе. Предоставим фанатам возможность самим вычислить их место проживания. Но некоторые уже успели их найти. А вы бы отправились на поиски адреса любимого видеоблогера? Если да, ставьте лайк. Если нет, ставьте дизлайк. Так мы проверим, сколько желающих хотят узнать адреса известных видеоблогеров. А также пишите в комментариях, известны ли вам другие ситуации, в которых вычисляли популярных ютуберов. Друзья, когда этот ролик наберет 10 тысяч лайков, мы сделаем вторую часть, хоть это будет и непросто. А еще в нашей группе мы специально создали пост, куда вы можете отправлять свои предложения, предположения, фотки и видео, кто где живет. Ссылка на пост в описании. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить много интересного.